стелился, как туман, и были за стеклянными дверьми, и комнаты заполнены людьми. Я нашла в светящийся проем, и было что-то странное во всем. Часы обратно шли, а чайник на огне был бензины, и показалось мне, что в мину превращаются горшки, что где-то распадаются мешки, на миллионы нитей в глубине. Подлана дома и приснилась мне.